советское здание, сделанное из кирпича и бетона, капитальное, могло прослужить еще... Я дозвонился, менты не раньше, чем через полчаса будут. Отлично, десятки лет могло прослужить. Всем привет, Монах Синема. Сегодня мы опять на колхозной заброшке вместе с Гариком. Вот. И попробуем сегодня посмотреть ее, что там вот за здание и вот такие вот здесь здания. Но, скорее всего, как мы уже поняли с первого набега, что к чему. Так это ремзона тракторов, грузовиков, комбайнов. Вот. Ну, пойдемте посмотрим. Интересные картиночки. Интересные. Семга и сыр. Угу, круто. Да, странно, что здесь много чего еще не отколотили. Ворот, конечно, все разбитые. Дерево. О, сено, любимое место змей. Причем он обратил внимание, видишь, там кирпичное такое здание. Это, скорее всего, была весовая, потому что вон, видишь, с двух сторон такие бетонные рельсы идут. Вот между ними стояли весы, скорее всего. Уголь. Он неспроста тут. Чуть ногу не проколол. Мне кажется, там ноги неспроста завалили этим. Не, она вон с этой стороны тоже. Это просто они хранят. Это кто-то решил... сделать. О, кузница. Вот это кузнечный молот. Как мужчины своровали, да, послушай. Да. Блин, а вот, ну, ставить же его, да? Спинить, ну, очень много денег надо. Почти ничего живой. Да, это керамические обогреватели. Там внутри стоял тент, который... все это дело грел. И от него тепло шло. Такая своеобразная клетка. И весь, смотри, и провода-то не все еще повырубали. Провода вон, ты посмотри. Эти трехжильные, эти вон четырехжильные. Живут, ну, вроде плохо. Но денег нет. Металл еще не весь. Спилили. О, подожди-ка. А это что такое? Ничего себе, комната отдыха. Вот, видишь, как они выглядели. Mm-hmm. Приходили такие провода и грели. Инструктаж, что ли, здесь проводили? Тут, наверное, телефон стоял. В домино здесь рубились. 1-1. Уходи. Ха. Пусто 2. Вон еще. А, слушай, здесь много. А, они просто положены. Вон, 5-5.
Один, давай. А это что? Один, три. Пипец, так они же из этого. Продолжим. Возможно, какой-то склад был. Да? Mm-hmm. О, вот это железная часть, видишь? Вон электроды валяются. Живые еще? Да нет, наверное, же давно отсырели. Диски болгарочные. Вот это я не знаю, что это такое. А, диски сцепления. Представляешь? Смотри, сколько. Резинка от окна. Вон еще тоже диски. Да это, скорее всего, склад был. О, ящик железный. Вот здесь перила уже отпилили. Хотя вот здесь еще остались. Как ты, смотри, небрежно их пилили. Да. О, гнездо здесь было. Видишь? Угу. Давно заброшено. Санузел. Тут, наверное, проектировщики сидели. О, здесь стена-то скоро рухнет. Здесь тоже санузел, по-моему, был. Или душевая. Или душевая. О, видишь, даже вентиляционные эти не посрезали. Настя, первая, 88. Установка прессовая. Пакетировочная. А, это есть дизель. Паспорт причем, слышишь? Ага. Завод номер 59480. О, слушай, тоже какой-то склад. Все завалилось. Что-то какие-то пластмассовые фитинги лежат. Что-то много у них тут туалетов. О, мы на крышу можем выйти. Вот, видишь, лестница была. Mm-hmm. Ее просто спилили. От нее одни куски остались. И она туда шла. Только что балкон тоже не спилили, непонятно. Вот это тоже, знаешь, что-то непонятно чего. Может быть, это котельная какая-то была. Потому что... Вот что там такое за вход? А? Никто не знает. Что у нас тут за вход? Не вход, а выход. Не вход, а выход. О, смотри, какую я штуку нашел. От Тельфера. Да. Вверх, вниз поднимать. А, это, кстати, от того Тельфера, который там был. Угу. Однако. Не исключено. Вот эти поддувала какие-то были. Видишь? Угу. А может быть, это кузница была. И может быть, здесь металл делали. Угу. Тоже не исключено. Видишь, кто тут две печки такие. Почему это еще не забрали все? Максим кирпичи разворовали. Да. Вот бочка, смотри, стоит. Походу из-под солярки, потому что, видишь, вся жирная. Вторая такая бочка. Да. Провода тоже, видишь, не все посрезали. Вот тут подвал какой-то. Тут генератор, что ли, стоял или еще что-нибудь. Вот тут еще какая-то комнатка есть.
Ну тут, наверное, электрик обитал. Судя по кнопкам. Видишь, сколько много кнопок. Всякие релюшечки, пакетники. Плафончик. Ну и все. Сейчас вот до тут дотопаем, посмотрим, что там.